Дорогие друзья, у нас с вами 17-й урок. Я решил вернуться к нотному приложению в данном уроке, так как, несмотря на то, что это вторая редакция, и она, конечно, предполагает множество новых произведений, нового материала, я все же решил не отказываться от тех произведений, упражнений, этюдов, которые вошли в нотное приложение, связанное с первой редакцией моих видеоуроков. Я думаю, что и вы не будете возражать против такого плана, потому что там есть замечательные произведения, и мы их с вами попутно пройдем. Но, конечно, костяк второй редакции составляют произведения совершенно новые. Это и произведения Сора, Фернандо Сора, и Дионисио Агуада, и Линьяни, и Вилла-Лобоса, и Рейса, и Мацани. В общем, это очень много всего вас ожидает. Порядка 100 номеров, 100 произведений мы с вами пройдем. То есть в конечном итоге вы овладеете гитарой на самом высоком уровне. Вы сейчас, наверное, скептически относитесь к такому моему заверению, но это действительно так. Пройдет время, и вы с удивлением обнаружите, что вы можете играть и то, и другое, и третье, и все это профессионально, на высоком уровне, и, в общем-то, без вкладывания особых трудов и какого-то огромного времени. Потому что некоторые думают, что ну, просто некогда полноценно заниматься гитарой. Поверьте, это не так энергоемко. То есть, конечно, это требует времени, разумеется. Любое дело, любое, иностранный язык, творчество какое-то, там, занятие спортом, все это требует времени. Там, стихи сочинять вы решили или песни, это все потребует времени обязательно. Но это сейчас, видите, современные методики, они позволяют значительно все это ускорить. Ведь я, по-моему, говорил уже, упоминал о том, что в XIX веке были другие подходы. Например, немецкий пианист Кальбреннер, он по 13 часов рекомендовал заниматься в день для достижения хорошей техники. У него установки были другие. Он считал, что двигательная память, вот движение пальцев, они должны существовать как бы независимо от состояния исполнителя. То есть у него может быть плохое настроение, он может приболеть, но пальцы сами должны автоматически, на автомате выполнять требуемую от них работу. То есть тебе предстоит концерт дать, а ты, скажем, болеешь гриппом. Вот чтобы ты от этого не зависел, вроде бы логично все, рассуждал вот этот пианист, но это на самом деле неправильно. Вот он ставил для этого на пюпитр, предлагал поставить какой-нибудь французский роман, читать его, а пальцы, чтобы автоматически исполняли те произведения, которые ты решил показать публике, чтобы ты не зависел от этого. То есть ты можешь витать в облаках, а пальцы сами выполняют свою работу. Вот такой был подход, достаточно распространенный, надо сказать, в XIX веке, до тех пор, пока не появился Ференц Лист. Он оптимизировал, так сказать, обучение. Он пошел совсем другой дорогой. Он решил, что вот эта беготня, независимая от исполнителя, так сказать, от его
мозга. Это все пустая трата времени, это все неправильно. Напротив, Лист предложил подойти осознанно к этому процессу. Он предложил контролировать этот процесс, и это правильно, бесконтрольно играть, положившись только на беглость пальцев своих, на автоматизм. Это неправильно, конечно. Лист начал развивать умственную технику, так сказать. Он предложил, я потом расскажу вам об этом, он предложил даже разучивать произведения без инструмента, представляете? Это вообще изумительный подход на самом деле. Потом мы с вами поговорим об этом. То есть впереди у нас много уроков, как я уже сказал. Так что я найду время об этом подробно побеседовать с вами. Это уникальная методика. Она не требует многого времени. Вот в отличие от подхода Калькбренера, она не требует 13 часов в день. То есть за 1,5-2 часа в день можно достичь большего гораздо вот при такой умственной работе, осознанной работе. Можно достичь гораздо большего. Ну, об этом говорил и замечательный пианист и музыкант, профессор Московской консерватории Григорий Михайлович Коган. Вот у него есть книга «У врат мастерства», и я эту книгу помещу под уроком. Вот, под этим. Прочитайте. Вы огромное удовольствие получите. Она посвящена, вернее, адресована пианистам. Но ее могут читать абсолютно все, даже люди, не связанные с музыкой. Ее могут читать спортсмены, там, ну, в общем, все те, кто поставил перед собой цель достичь каких-либо результатов высоких в том деле, которым он занимается. Ну, а дело это... Это уже субъективно очень. То есть один на фортепиано играет, другой там в футбол. Но подходы, в общем-то, как это не странным кому-то покажется, они, в общем-то, везде одинаковые. И об этом вот Коган и пишет. Это книга «У врат мастерства», хотя, как я уже сказал, адресована пианистам, она, во-первых, очень интересна. Читается, а во-вторых, она действенна по отношению ко всем профессиям. Да, ну и вот наш 17-й урок. Значит, это упражнение номер 4 из нотного приложения нашего. Значит, смотрите, там... Вы одновременно, ну, после того, как вы сыграли предыдущие произведения, это, конечно, чрезмерно, так сказать, назойливость, может быть, с моей стороны, но все-таки для тех, кто, может быть, не очень хорошо продвинулся, я скажу, значит, вы исполняете одновременно первые три ноты, вот таким образом, а потом... Вот эти двойные ноты. Все это, конечно, способом тиранда. Значит, послушайте все упражнение. Что здесь важно учесть? В седьмом такте обратите внимание на движение моих пальцев. Видите, первый и второй пальцы сопровождают третий и четвертый. Они не отрываются.
струн, и потом в нисходящем движении они тоже скользят по струнам, не отрываясь. Вот это очень важный тоже момент. Ну и, конечно, надо следить за тем, чтобы все ноты исполнялись бы чисто, чтобы они игрались строго одновременно, чтобы они были одинаковыми по силе, по тембру, и, конечно, не допускать каких-то неоправданных выстрелов, так сказать, или провалов в исполнении, когда неожиданно происходит какой-то сфорцандо, так сказать, резко вы играете, неожиданно резко то или иное созвучие, или наоборот, оно проваливается и почти не слышно. Вот не допускайте и таких тоже изъянов, так сказать. Ну, в общем, упражнение не должно вызывать каких-то сложностей. Конечно, следите также и за тем, чтобы пальцы левой руки совершали максимально рациональные движения. То есть, когда вы переходите от одного созвучия к другому, это делается вот таким образом. Ни в коем случае не так. То есть, не в результате снятия предыдущих пальцев. Конечно, все предыдущие пальцы удерживаются на месте во избежание лишних движений. Вот этот принцип рациональности, поверьте, это не пустяк. Это очень важная вещь в достижении надежной, безотказной техники игры на любом инструменте. Это очень-очень ценная штука. Если вы выработаете такую манеру, такую школу обретете, то ваша техника будет надежный и долговечный. Вот благодаря этому, например, Сегови играл до 90 с лишним лет, давал концерты. То есть это результат того, что он, не будучи учеником Тарги, он все-таки не прямо, а косвенно, конечно, через Лябета впитал принципы этого великого педагога и гитариста Франциско Тарги. И вот я стараюсь, чтобы мои ученики эти принципы, открытые в свое время Таргой, применительно к игре на гитаре, потому что пианисты, я думаю, использовали, конечно, эти принципы давным-давно. Возможно, и гитаристы прошлого, я имею в виду Агуада и Сора, Джулиани, они были виртуозами. Конечно, они инстинктивно использовали принципы рациональности, в этом нет сомнений. Но лишь Тарга впервые во всеуслышание объявил, что это основа основ надежной и долговечной техники игры на гитаре. И не случайно, я уже говорил об этом, не случайно ученик Тарги, один из лучших его учеников, Эмилио Пухоль, назвал свою школу рациональный метод игры на гитаре. Это, конечно, не для красного словца было сказано, это действительно очень важный революционный был шаг в гитарной методологии. До новых встреч!